Приветствую вас, я полагаю, что ваш вопрос звучит как крик. Это натуральный такой вот крик. Крик о помощи, крик о том, чтобы вам помогли, крик о том, что вы не понимаете, почему так происходит и так далее. Я отвечу вам на ваши вопросы, которые вы задаете. Почему парни любят, когда на них не обращают внимания? Правда, они завоевывают, и на это вам уже сказали. Почему они любят тех, кто не любит, и кто их не любит, и не любят тех, кто их любит? Потому что, опять же, не нужно завоевывать. Мужчина по природе своей завоеватель, если он видит, что женщина сразу расположена к нему, если он видит, что женщина готова сразу ради него на все, если он видит, что женщина полностью его, то это интерес его убивает, как у завоевателя, как у охотника. Такова природа мужчин. И, соответственно, если у вас такая история происходит, значит, вы чрезмерно стремитесь к растворению в мужчине, значит, вы чрезмерно стремитесь к отношению с ним. Вы стремитесь к слиянию. Можете почитать об этом в интернете. То есть это означает, что вы стремитесь к тому, чтобы в теле другого человека получить то, что вам нужно. Стремитесь раствориться в человеке. Это возможно лишь тогда, когда вы сами не цените себя. Это возможно лишь тогда, когда вы сами обесцениваете себя и за счет другого надеетесь стать кем-то. Вот и возникает вопрос к вам тогда. Ну, если так, если вы стремитесь к слиянию, то что вы в себе обесцениваете? И почему? Определите. Определите это для себя. Определите для себя с этим. И я уверен, что будет понятно. Я уверен, что вы сможете ответить себе на этот вопрос. И тогда вы станете той женщиной, которая будет привлекать мужчин, они будут с вами. Просто подумайте, вот вы так говорите, да, значит, вы так спрашиваете, значит, почему парни любят, когда на них не обращают внимания, да. То есть это звучит так, что я не умею не обращать внимания на парней, и меня из-за этого не любят. Вы говорите, почему они любят тех, кто их не любит. Ну, я об этом сказал, и не любят тех, кто их любит. А разве это ненормально? То есть мы не можем приказать себе любить или не любить, мы просто любим или нет. Если любовь одного человека не подразумевает любовь к себе другого человека. Вы не согласны с этим? Разве тут не все очевидно? Скажите, что именно вам непонятно? И скажите, чего хотите вы, Ангелина? Что вы хотите? Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Еще раз повторю, вместо того, чтобы пытаться понять парней и выяснить, почему они так-то поступают, лучше преследуйте себя, раскройте себя. И тогда вы увидите, как вокруг вас будет очень много мужчин. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.